Первое впечатление такое, что вопреки договоренностям, Азербайджан пытается генерировать территориальные претензии в отношении Армении, что абсолютно неприемлемо, заявил премьер Пашинян на прошедшем в Гаваре заседании инициативной группы партии ⁇ Гражданский договор ⁇ комментируя угрожающую риторику Алиева, на которую в течение нескольких дней армянское руководство вовсе не считало нужным реагировать. Наконец Пашинян отреагировал, но как это с ним обычно случается, вместо четких аргументов вновь вышло обвинение всех вокруг, за исключением себя, любимого. Касаясь требования Алиева открыть Зангизурский коридор, Пашинян констатировал, что в заявлении от 9 ноября 2020 года нет выражения «Зангизурский коридор», все верно. Но далее, две стороны, подписавшие заявление от 9 ноября 2020 года, Начиная с сентября 2023 года, показывали, что этого документа для них не существует. Действия, которые были предприняты в Нагорном Карабахе, причем с участием России и Азербайджана, являются свидетельством того, что этого документа для них не существует. Не может такого быть, чтобы этого документа больше не существовало для двух сторон трехстороннего заявления, а для третьей стороны он продолжал существовать, заявил Никол. Выражаясь его собственным лексиконом, первое впечатление такое, что вопреки реалиям Пашинян, мягко говоря, лукавит, или у него проблемы с памятью. По утверждению Пашиняна, две стороны Азербайджан и РФ, ЗГ, подписавшие заявление от 9 ноября 2020 года, начиная с сентября 2023 года показывали, что этого документа для них не существует. Во-первых, Азербайджан это демонстрировал задолго до сентября 2023 года. Или мы ошибаемся, и где-то в пунктах вышеупомянутого заявления есть положение, дающее Азербайджану право на многомесячную тотальную блокаду Арцаха с лишением арцахцев продуктов питания, медикаментов, электроэнергии, отопления и так далее? Или где-то в трехстороннем заявлении от 9 ноября прописано, что Азербайджан может годами держать в тюрьмах армянских военнопленных, не возвращать их домой, судить как террористов. А может в том же заявлении есть пункт о том, что азербайджанцы вправе устанавливать КПП на Лачинской дороге? Ничего подобного в трехстороннем заявлении нет. Однако все эти действия и многие другие, столь же противоречащие трехстороннему заявлению, были совершены Азербайджаном до сентября 2023 года. Однако армянское руководство, невзирая на все эти факты, продолжало вещать о перекрестке мира, продолжая мирные переговоры с Баку. Более того, периодически заявляя о каком-то там прогрессе. У Пашиняна только сегодня сложилось первое впечатление по поводу того, что вопреки договоренностям, Азербайджан пытается генерировать территориальные претензии в отношении Армении. Странно, ведь Алиев задолго до своего последнего хамского демарша заявлял, что граница будет проходить там, где мы посчитаем нужным. Что предпринял официальный Ереван в ответ? Ничего. С Азербайджаном все ясно, с Россией удручающе ясно то, что ничего не ясно, что же касается третьей стороны, не может такого быть, чтобы этого документа больше не существовало для двух сторон трехстороннего заявления, а для третьей стороны, а для третьей стороны он продолжал существовать пашинян. Армении это с точки зрения национальных и государственных интересов. Нарушение этой самой третьей стороной положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года выглядят просто чудовищными. Если Пашинян, отвечая Алиеву, ссылается на пункты трехстороннего заявления в контексте отсутствия в нем даже намека на Зангизурский коридор, то, что он отвечает самому себе, Армении, Арцаху, Диаспоре, на предмет признания территориальной целостности Азербайджана с Арцахом в его составе. По этому поводу в заявлении от 9 ноября тоже нет ни слова. Также нет ни слова об алма декларации, на которую постоянно ссылается Пашинян. Нет ни слова о том, что Армения перестает выступать гарантом безопасности Арцаха. Ни слова о том, что в случае нарушения Азербайджаном режима прекращения огня, руководство Армении полностью отстранится, палец о палец, не ударив, чтобы защитить арцахцев. А ведь все вышеперечисленное, кроме последнего, финальной военной агрессии Азербайджана против Арцаха, после чего он буквально за два дня был полностью деарменизирован, было сделано третьей стороной в нарушении пунктов трехстороннего заявления до 19 сентября 2023 года. Так кому голову морочите? Виновны, но не ответственны, ответственны, но не виновны. Какие там еще варианты безнравственного жонглирования словами? Это уже даже из области не политики, но биологии, как писал Нжде, каждый трус биологически безнравственен.